Слушай, не перебивай, скажу, это не та Клеопатра. Это Клеопатра, принцесса Парфии, Тисбона. Праправнук Тисбон. Праправнук Александра Великого. От него... Слушай. От него, от этой Клеопатры, у Тиграна была три сына. Заре второй и Тигран Карцеч. Джуниор. То есть Тигран младший. А зачем, если у человека два сына, называть Заре первый и Заре второй? Заре был царем тех армянских племен, которые не вошли в состав Большую Армению. Великая. Да, он выиграл эти войны между собой. Армяне, племени, они воевали между собой, да. Мой золотой, а ты мне скажи такую вещь. Тигран Великий женился на внучке Александра Македонского? Вторая жена, праправнучка. Потому что Александр Великий что сделал? Ага. Что сделал? Не знаю. Я слышал, что он гей вообще был. Не знаю, это он был геем или не был геем. Что он сделал? Он победил Персию, да? Да. Да, он да, взял этого, да, Дарий Великого. Второго, да. Он взял их жен, их дочерей, и от него там родились дети. Да. Не только от персов, но и индейцы тоже. Индусы. То есть получается индусы, да. Блин, вот ты историю офигенно знаешь. Офигеть. А это Тисбон кто был? Напомни. Тисбон это был город. Город Тисбон. Хорошо. Я очень извиняюсь. Если человек, город называется Тисбон, а ты живешь в Тисбоне. Тисбон. Тисбон или Тисбон? Т, буква Т. Том. Тисбон. Том. Тисбон. Тисбон. Откуда ты? Я из Тисбона. Избан. Там много городов древним были. Много. Ты мне скажи, Армения в твоих планах когда соберет великие свои земли обратно? Сейчас, знаешь, такие времена, что земли никому не нужны. Земля это одна, мир тоже один. А ты видишь, в каком сейчас, какие погоды в мире? Что происходит в мире? Это очень плохо. Эти тупые политики, они все разрушают.